Привет, я Frosty Templar, и я уже записываю это во второй раз, потому что по неведомым причинам драйвер видеокарты, в общем-то, решил слететь. Но надеюсь, что такого больше не повторится. Все переустановил, все красиво, все шикарно. В общем-то, продолжаем Life is Strange на том самом интересном месте, где мы остановились в прошлый раз. Если ты не смотрел предыдущую серию, то, конечно же, вернись обязательно, посмотри. Ссылка на плейлист будет в описании под этим же видео. Ну а мы продолжаем спасать Итана, который шараебится по шахтам, чем бы дитя не тешилось, лишь бы родителям не мешало. Нет возможности пропустить вот эту вот диалоги, потому что не сохранились мы, когда была веревка. Поэтому придется чуть-чуть посмотреть. Придется вот чуть-чуть посмотреть. Think so. Ну, нет, что бы я ни нажимал, в общем-то, мы близко. Ethan! Во второй раз уже прям по ушам бьет. Орет так сильно. Увидели его фиолетовую ауру. Узнали, что это он там застрял каким-то неведомым образом. Нахера он туда полез по дереву в этот... Это пещерку, этот домик. Нафига ты туда полез? Придурок. Вот как он оттуда хотел выбираться? Он же посмотрел... Он же был здесь. Он посмотрел, наверное, на ту сторону. Увидел, что там ничего нет. Нафига вот он полез? Спрашивается. Ебубо. Да погоди, ты над ногой самому проверишь, чтобы точно дерево под Алекс треснуло. Потому что... А, пойдет Алекс туда. Okay? А, давайте поломаем дерево немножко, чтобы наверняка Алекс ёбнулся. Вот это вот... Вот меня этот момент прям вымораживает. Ты нахера дерево ломаешь, придурок? Жрать надо меньше. Shit. Ну пойдем мы, ну мы самые легкие. Ну не сказали мы этому, мы Гейбу, что его пиздюк направился сюда. Ну поэтому приходится нам, в общем-то, вот так вот делать. Приходится нам лезть по дереву, спасать его пиздюка. А вот если бы сказали, он бы наверняка бы полез, и нам бы все равно пришлось бы его спасать. Почему? Потому что это чипиздрик, он никого не слушается, у него там свои мысли. Awesome. Что хочет, то и делает. В общем-то, такой царевич, король-королевич. Okay? Да в порядке. Я на первой записи сказал, какая разница, но я в порядке. Справимся. Yeah. Yeah, I'm all right. You sure? Нормально, okay, нормально. Нормально no, все. Тише едешь, дальше будешь. Погнали. You know, I actually believe you when you say that. Так, ничего важного, таймер работает, все хорошо. Алекс, can you make eye contact with me? Смотрю. Гейб нашел там точку опоры, держишь теперь веревку. Ты меня привязываешь вокруг талии. Да, знаем мы. Сообщение? Устроился на работу в первый же день. Может, из этой новой жизни что-нибудь получится. У нас там веревка привязана, там Итан орет, а мы здесь смс читаем. Ну нормально. Джет Лукан, с радостью сообщаю, что в штате Черного Фонаря пополнение. Мы рады, что ты с нами, Алекс. Может, Гейб даже кое-чему у тебя научится. Да ладно, она многому может тебя научить, меня. Джейсон Пайк, это кто такой? А, это коп. Она очень славная, рад, что ты наконец приехал, Алекс. Замечательно. Давай, обязывай, я смс читала, готово. Правда, я инстаграмчик не полистал, ни ВК не полистал, ничего. Да. Doing super good. Piece of cake. Remember, slow is steady. Steady is fast. Piece of cake. Piece of cake. Этот стойка боевая просто так вот. Замечательно. Итан. Чё он сам не может? Но он же тоже легкий. Давайте им туда веревку кинем, он за нее схватится, будет держаться крепко-крепко. Мы его сюда притянем. А, ну в принципе, да, далековато мы его не притянем. А если он упадет, то он, наверное, об скалы разобьется. Hang on, Ethan. Так, иду я. Аккуратно. This, ты справишься, Алекс? Да, конечно, справлюсь. Я пока даже... Уходи! Ты поранишься! Ты придурок, что ли? Тебя спасать надо. Все будет хорошо. I'm not gonna get hurt.
and neither are you. Все окей, ничего не случится. А вдруг случится? Да я уже полпути прошла. Ты что, дебил, что ли? Спокойно. Молодец, сестренка, молодец, держись. И уже совсем близко, еще чуть-чуть. Сейчас веревки не хватит. Итан, я тебе помогу, ладно? Нет, уходи! Черт. Это уж слишком. Нужно как-то его успокоить. Да хватай его за шкирку, да и понесли. Итан, мне нужно, чтобы ты успокоился. Дыши глубже. Считай до 10, как тебя учили. Мне не следовало сюда приходить, я был так глуп. Ну это-то да. Тише, 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 сосредоточься. Говори со мной. Расскажи, как ты сюда попал. Я пытался перейти на другую сторону, а бревно упало. А, вон как было все. Ничего страшного, все хорошо. Давай поговорим о том, что будет дальше. Я тебя привяжу, мы пойдем. А, ты знал, что я настоящая акробатка? Напизни ему. Я не дам тебе упасть, слышишь? Ты же видел, как я спускаюсь по бревну? Ну, как акробатка, да? Нет, 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 я даже отсюда его слышу. Кого? Кого там слышишь? Что ты слышишь? Неважно, надо его вытащить. Нельзя здесь оставаться, Итан. Нам надо. Он меня заметит. Если я сдвинусь, он меня увидит. Да кто тебя, блядь, увидит, еблан? Ты не понимаешь. Он прав. Я не понимаю, да я тоже не понимаю, и ты наверняка тоже не понимаешь. Я не смогу помочь ему, пока не пойму, чего он так боится. А для этого мне нужно ощутить то, что чувствует он. А, пипец. Поверить не могу, что я это делаю. Может, не надо так делать? Но пока ты стоишь на бревне. Я смогу. Я смогу. Черт! Черт, 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 черт! Что мы увидели-то? О боже, что происходит? Мне так, как будто я вижу мир его глазами. Давайте комикс почитаем. Девятому стражу не было страшно. Но девятый страж выдумка, а это взаправду. Я не просто чувствую то, что чувствует Итан. Я вижу мир так, как видит он. Твою мать, ты что, мутант, что ли? Столько всего, и ничто меня не спасет. Мне казалось, что я выслеживаю чудовище, но это оно выслеживает меня. Ага. Он не боится упасть, он боится. Чего? Чудовище? Черт. Не дай ему меня увидеть, не дай ему меня увидеть. Ты кто такой? Это нереально. Хотя выглядит очень даже реально. Тише, тише, я тоже его увижу, Итан. Чудовище, я тоже его увижу. Мне тоже страшно, как и тебе. Что такое вообще? Ну мы в безопасности, Итан. Знаешь почему? Эта тварь нас не видит? Она меня не видит. Браслет исчезновения, как у девятого стража. Мне казалось, это просто выдумка. Иногда выдумки оказываются правдой. И чудовище тоже. Давай, возьми меня за руку, пока я тебя держу, ты в безопасности. Ну, нормально так. Сблифовали неплохо. Давай, 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 быстрее, хочу домой. На меня рамен ждет новая гитара. Давай, собирай свои манатки и пошли давай отсюда. Не смотри вниз, ладно? Ты оглянулся, не успеешь, как мы будем в безопасности. Так, держи там. Они идут обратно. Держись крепче, Гейб. Может быть, мы встанем? Я еще не закончила.
Мы чё? Так, потихоньку. Помаленьку. Тише едешь, дальше будешь. Главное, не спешить. Потихонечку. Ты пиздюк, за мной. Только не толкай. Алекс? Что, дружище? Мне все еще очень страшно. Бояться нечего. Так, нечего бояться. Алекс? Вот дерьмо. Тихо. А я же выбрал. Я нажал пробел. Что такое-то? Как ты думаешь, бревно сломается? Нет, бревно надежно. Да вот, я нажал. А, на мышку надо. Не бойся. Я ведь уже один раз прошла по нему, помнишь? А может вы... Но оно может сломаться. А может вы пойдете? Мы с ним уже чувствуем друг друга. Я должна его успокоить. Да, в смысле успокоить? Там осталось два шажочка максимальных. Вот и все. Ничего не спрашивай. Ни о чем не думай. Просто иди. Если ты упадешь, это будет фиаско. Сейчас бревно сломается там, где этот на него ногой наступил, придурок. Итан! Ху, Итан! Это все вот виноват. Так, это что было? Все в порядке? Держись крепче, они уже близко. Это все из-за тебя. Вот так, иди сюда. Я тебя держу. Слава богам. Слава богам, мы выбрались. Что без меня бы делали-то, а? Приехали в город погасить к брату. Сразу тут и стресс, и седые волосы, и чуть не померли. Замечательное приключение. На 20 минут. Вошли и вышли. Чё ты ржёшь? Опа. А сейчас будет бомбежка. Гейб, твою мать. Он меня за собой тащит, надо рвать веревку. Давай режь веревку. А, ну куда режь-то? Он же живой, может быть. Не режь пока веревку. А, похер, режь веревку. Нет, 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 Гейб, нет! Че, типа все? А если бы мы сказали ему, и было бы все иначе, он бы все равно того, нет? Может быть, он живой еще, но он же там в воду мог упасть, там же вода внизу. Хотя там камни, острые, наверное. Ну, нет тела, нет дела, поэтому надо сначала найти тело. Ну, там водолазов нанять надо. А, общая статистика. Алекс не стал рассказывать о планах Итана. Алекс рассказала Райли правду о драке. Алекс рассказала Гейбу о том, как росла в приюте. А на мосту Алекс обняла Гейба. Это все, что у нас было. Ладно, следующая глава. Так и не нашел свой виски. Ну и обойдется без своего виски. Нефиг бухать вообще. Глава 2. Фонари. Интересно, сколько тут всего глав? Типа 5? Как сезонов, как эпизодов? Я не мастер произносить речи. А, ну все-таки да. Все-таки он того. Я всегда считал, что дело бармена — это... заткнуться и слушать. И по этим меркам Гей был худшим барменом из всех, кого я знал. А может, он живой еще? Я никогда раньше не выписывал штраф за превышение скорости велосипедиста. Пока здесь не появился он.
Он так волновался из-за моего вступительного сочинения. Хоть, наверное, и не знал, как правильно пишет слово «вступительное» или «сочинение». А чё они его хронят-то? Сколько времени прошло? Живой, наверное, еще. Ну, камнем ударил, упал, хотя мог ребра сломать и еще что-нибудь. Он пригласил мою группу сыграть в «Фонаре». И вот я, проделав долгий путь из Сиэтла, оказалась здесь. А я сходу могу вспомнить 14 моментов, когда Гейбу удалось меня рассмешить. Их записал? Первый был 2 года назад. В общем, дело кончилось тем, что вместо штрафа я угостил его пивом. Гейб стоял где-то в метре от нас и глупо улыбался. Он наверняка был не один, но я помню только его. Так вы водолазов нанимали, чтобы его найти-то, нет? А потом говорит: я понял, вот почему Кейт тут не произносится. О, обрывочная шутка, не смешная шутка. Сам пошутил, сам посмеялся. Молодец, дедок. А пятый раз был, когда он заботился обо всех нас. Он был из тех, с кем хочется быть рядом. Я за него был подвешен, что надо. Он был моим лучшим другом. Задолбали ныть, вы водолазов нанимали, нет? Сколько дней прошло, вы... Вдруг час прошел, вы здесь уже оплакиваетесь. А я так скажу. Гей пришел в этот бар незнакомцем. Покинул его членом нашей семьи. Хотя, может, они тело нашли, вот они и оплакивают. Тогда гроб был бы, нет? Ну, должен быть гроб. Обязательно должен быть гроб. Где гроб? Видимо, ничего не поделаешь. То, что случилось с Гейбом, это нелепый, трагический, несчастный случай. И мне бы очень хотелось. Это не был несчастный случай. Сынок, сейчас не время. Гейб звонил шахтерам. Я дал ему свой спутниковый телефон, чтобы он точно дозвонился. Они облажались. И вот теперь Гейб мертв. Что-то этот зашевелился, пиздюк-то, которому мы дали пиздюлей в предыдущей серии. Мало дали, наверное. Это была моя смена. Ах ты засранец, поганец. Если бы кто-то позвонил, я бы об этом знал, но никто не звонил. Да ты пиздюк, ты пиздишь все? Звонил, я сам видел, как он... Ты лжешь! На глазах у сестры Гейба, черт побери! Алекс все слышала! Да-да! По-моему, да. Ну да-да-да, я сам слышал, как он разговаривал с кем-то. Он же не бабушке на деревню звонил. Он прав. Гейб звонил при мне. Давайте и что ты на это скажешь, Мак? Давайте пиздюлей дадим толпой. Да ничего, никто мне не звонил. Думайте, что хотите. Мы сейчас пойдем в спутник куда-то там. Возьмем выписку звонков и посмотрим, куда звонил. Вот и все. Ладно, народ. Следствие еще не окончено и... Может, попробуем остановить последовательность событий, а? Когда я увидел тебя в музыкальном магазине, ты прямо-таки горел желанием найти Гейба. Не помнишь зачем? Может быть, чтобы еще раз подраться с ним из-за Райли? Ну, вообще, я не собираюсь выслушать твои бредни. А потом ты, ну надо же, вываливаешься из квартиры Гейба с разбитой мордой. Это я, да. А еще пару часов спустя совершенно случайно не слышишь звонка, который мог бы спасти ему жизнь. Сколько раз повторять, не было никаких звонков. Может, связь прервалась. Гейб, знаешь ли, ну тоже не был мистер надежность. Думаешь, что говоришь, Мак? Так, Райан, хватит, сынок. Я тоже очень хочу во всем разобраться, но сейчас не время и не... Да это же бред, пап! Этот слезняк смеет называть Гейба лжецом на его же поминках. Да нет, я же просто... Да им пизды просто! Хули так быстро говоришь-то? Хватит! Прекратите! Самая такая бойка встала. Сейчас не время и не место. Мы собрались здесь ради Гейба. Райан, перестань. Она все успокоилась. Они очень быстро говорят. Окей, Райан. Sure.
Лота, прости, я просто пытался. Но надо просто переложить вину на кого-то, чтобы самому обидно не было, чтобы хоть кого-то признать козлом отпущения, чтобы тебе на душе стало чуточку полегче. Ну, я его понимаю. Все равно надо Маку этому еще раз пиздюлей дать. Алекс, ты готова? Это же не я его убил, хули вы на меня смотрите? Да ладно. Что ты сказал? Райан, успокойся. Ох, черт. Я говорю, мне просто послышалось, будто это ты. Мак, заткнись, черт. Нет, нет, продолжай. Ты же хочешь что-то сказать, Мак? Мы внимательно слушаем. Парни, хватит, не вынуждайте меня вмешиваться. Ладно, ладно, хорошо. Раз уж мы тут бросаемся обвинениями, я скажу. Разве не ты перерезал веревку? Но ему пришлось, тогда бы я погибла бы. Я сам первый же, и первая мысль в голове это резать веревку. Короче, они там срутся, а мы ушли. Мы не хотим это говно выслушивать, нахер нам это... Ну, не надо нам это. Так, брата потеряли. Не уперлось нам это никуда. Нет никого. Алекс? Алекс? Чё тебе надо от меня? Дай мне отдохнуть, дай побыть одной. Мне надо побыть одной. Hey. Привет. Fuck those guys. Ну их чёрт, этих олухов. Да, yeah. Да, да, да. Are you okay? Ты как? Ты в порядке? Да пока что да. Да, пока что да. For now. Ну, пока что еще не накрыло. We'll ну, не знаю, насколько мне хватит. It's not не обязательно все держать в себе. Ты же это понимаешь. Тебе надо высказаться. Thanks. У тебя есть я. Ну, спасибо, да. А ты... Тут, конечно, бардак, но, может, зайдешь? Do you wanna come in? Sure. Да, конечно. Эти там вроде успокоились, вроде тихо. Наверное, убили друг друга. Это игре конец, на втором эпизоде. Просто убили друг друга и хорош. А мы из гитары смотрим. You play guitar? Ты играешь на гитаре? Да, и играл когда-то. Да, я мастер. Yeah. Да, well, вроде того. Играл когда-то. I used to. Как я и сказал. Cool. Круто. Ловко молчание. Ловко пауза. Гейб пытался проехать на заднем колесе возле музыкального магазина, чтобы меня рассмешить, но я даже не улыбнулась. Вот когда он таки навернулся, я чуть не умерла со смеха, а так всегда. Когда человек падает, это всегда смешно. Сыграем? Отвлечемся маленько. Гейб очень хотел свозить на игру Итана, а под конец и сам ждал ее больше всех. Я бы тоже скатался, но, наверное, жаль, что я его там не увижу. Я бы сам скатался, посмотрел. Да, чё, да, сказать не дают. Это же ролевые игры, это прикольно. Мы сделали этот снимок год назад. Мы были... Кто были? Близки? No way. Не может быть. I can't. Просто не верится. Чего? Че там увидала? Ну-ка. What? Что? He actually kept it. Он ее сохранил. Это не виски этого. Да, я искала. Я пыталась найти, но нет, это не оно. Вот дурак. А фиолетовый это что? Это сентиментальность? Это страх? Извини, я сейчас. Хотя это больше такой голубоватый. Конечно, без проблем. Прям ярко-фиолетовый это страх, наверное. Красный это гнев. А вот это... Успокойся, Алекс. Все нормально, все хорошо. А что вот это такое? Это что? Грусть? Печаль? Тоска? Не знаю, чем ей напомнила эта бутылка, но теперь она явно в раздрае. Интересно, смогу ли я помочь ей, как помогла Итану?
Явно в раздрае. Чё такое раздрае? Типа расстроена? Ну, наверное, расстроена. А, печаль. Ну, блин, я так и сказал. Как тебе там помочь-то? Иди сюда. Короче, всю игру мы будем выяснять, из-за чего произошел взрыв. Потому что этот пиздюк звонил, он точно звонил, я слышал, что он звонил. Надо пересмотреть будет серию, ты тоже можешь пересмотреть. И по-любому он звонил. Теперь я могу узнать, что же такое творится со Стеф. Так, ну давайте просто подойдем к бутылочке. Дамы и господа, поприветствуйте нового чемпиона по настольному футболу Гейба Ченя. Ну и кто ты после этого? Поверить не могу, что придется остаться в этом дурацком городишке. Мне кажется, мы оба знаем, что ты могла выиграть, если бы захотела. Так что не благодари. Да иди ты. Давайте осмотрим все. Рок-музыка. Как называется эта группа? Ага, ну ты понял, да? Они офигенные, у них гитарист однорукий. Крутой чувак. А, можно на гитаре играть одной рукой? Хотя, наверное, если ее прицепить сюда, типа не держать, может быть, она на какой-то подставке, ты брынчишь. Или, может быть, какая-то электрическая гитара, тогда да. Тогда возможно. Но не знаю, не уверен. Я двумя-то не умею. Гей, бросай это дело. Я уже билет на автобус заказала. Погоди, выслушай меня. Давай сыграем еще разок. Если я выиграю, то ты остаешься. Если ты, я оплачиваю твой билет. Попрощайся с 50 баксами. Но, судя по всему, он выиграл. Потому что он же футбол-чемпион. Кружка. За твою новую работу на радио. Выпьем. Будем. Ой, а разве я тебе не сказала? Я туда не пойду. Я на следующей неделе уезжаю в Денвер. Ты что? Ну, понятно, она собиралась уехать. Он был против. В общем-то, все ясно. Говорить. Стеф? Стеф? Из-за всяких мелких засых пришлось прерваться, но... В общем-то, все в порядке. Посмотреть на Стеф. Ее печаль так глубока. Надеюсь, я смогу помочь. Мы что-то не посмотрели, да? А, вот еще. Комикс. Звуки видеоигры. Чертов голубой метеор. Что же он сильно такой-то? Ой, а у тебя что, тоже контроллер сломался? Конечно, играем, пока не выиграю. Видно, придется мне тут заночевать. Пожалуй, теперь я знаю, как ей помочь. Помочь. Как? Мне до сих пор не верится, что его больше нет. Да. Только благодаря ему я до сих пор здесь. Извини, Алекс, не обращай на меня внимания. Настольный футбол. Ну, из-за него же она не уехала, он же ее победил. Поехали, сыграем. Пойдем. Может, сыграем? Гейб рассказывал тебе, как мы играли? Это... Да, рассказывал. Но не будем говорить, что просто догадка, потому что человек в голове еще начнет думать, что у нас есть суперсилы. Рассказывал, в общем-то, да. Ага. Сказал, что надрал тебе задницу. Вот засранец, а. Правда, сейчас не самое подходящее время. Хорошо, ладно. А, хорошо. Сыграем. До 5 очков? Как скажешь. У нее нет настроения играть. А, так... Опа. Придется, наверное, тебе читать субтитры, потому что... Я не могу делать одно и то же. Ну, делать... О! О! Гол! Блять, и мне гол. Ты играл в группе, верно? Я попробую, конечно, но не факт, что получится читать. Долго ты была в группе? А как вот их тянуть? Gotcha.
Бей ты! А разве они не должны были двигаться, типа, туда, назад, вперед, нет? О, три. Да мы выиграем ее. Спокойно. Ну, мы все равно выигрываем. А? Четыре. Так, это Д. Дай, дай сюда. А? Пять. 5 очков! Я выиграла! Упс. Офигеть просто. Да ладно, ты же выложилась по полной. Ну уж нет, вовсе не по полной. Нет, я все понимаю. Трудная игра, требует навыков, точности, стремления к победе. Вот оно как. Мне понравилось с тобой играть. Только хоть-то я облажался. Ладно, ладно, шутки в сторону. Играть с тобой в эту дурацкую игру — это именно то, что мне сейчас нужно. Да и тебе, наверное, тоже. Идет. Че, опять что ли? Ну попробуй. Вот тебе первый гол. Вот тебе второй гол. Не попал, ладно. Рано, да подожди ты! Да стой! Стой! Вот тебе... Второй, значится. Они там разговаривают про музыку. Особо ничего интересного. Ты смотри, что делает зараз такая. Нормально. 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 Замечательно. 3-0. 3-1. Один мы пропустили. А? 4? Да нет, у нее вообще шансов нет. Иди сюда. А? 5. Снова я. Снова я выиграл. Победа. На этот раз я действительно старалась. Так, ладно, давай теперь серьезно. Играем последний раз. Кто выиграет, тот абсолютный чемпион по настольному футболу. Даже не знаю. Да ладно тебе, ты же знаешь. Гей порадовался бы, глядя, как мы играем. Ладно, давай. Запускай шарманку. Где мяч? Ты чё делаешь-то? Ты чё там, правда, что ли, играешь? Ты знаешь, больше по девочкам, чё? Нифига подобного вообще. Я встречаюсь с теми, кто в моем вкусе. То есть, что она вообще взяла? А кто в твоем вкусе? Вообще, что она взяла-то? Что за сразу догадки какие-то? Ярлыки на меня повесила, ни хрена подобного. Да блять, 1-2, что такое-то? Что началось-то? Нормально же играли, я выигрывал, все хорошо было. Что? Что твоя мать? Блять, ты, она меня отвлекает. Она пиздит просто, отвлекает меня. Не слушай меня, все. Ты смотри, какая я паскудная тварь. Она меня отвлекла, она меня сбила своими вопросами. Хорошо. Хорошо. О! Иди сюда. Нормально. Нормально, нормально, сейчас отыграемся. Она вот все, она молчит, мы сейчас отыграемся. Просто сбила своими вопросами. Да, бля... Черт, наконец-то семейство Чен потерпело поражение. Дурно битая. Это все, ты виноват, ты меня отвлекла. Еще раз. Или дай по мордам. Ты хорошо играла. А, в смысле она выиграла? Я два раза ее выиграл. Спасибо, ты умеешь проигрывать, в отличие от Гейба. А так неинтересно. Ну, извини, что подпортил тебе победу. Ну все, вот эту пуф испарилась.
Сразу яркие цвета, все хорошо, жизнь налаживает, солнышко вышло. Замечательно, все красиво. Но все равно это нечестно. Удивительно, как ты догадалась, чем меня развеселить. Не хвали меня, мне это было нужно не меньше, чем тебе. Я до сих пор, мне это нечестно, я ее два раза выиграл. Я ее выиграл два раза, она один раз, и какого-то хера она чемпион. То есть 2-1 вообще не сочетается. Два не больше, чем один. О, два не меньше, чем один. А один не больше, чем два. В смысле? Я имею в виду Макл. Он ведь врет, да? Я думаю, что врет, но нужно во всем разобраться. Нефиг сначала кидаться обвинениями, потом еще жалеть будем. Вдруг не он, вдруг на костре там сожгут, потом повесят, а это окажется не он. Вдруг и правда не было звонка, вдруг этот Гейб наврал. Может, он вообще жив? Хер знает, надо во всем разобраться сначала. Я не могу понять, замешан он в этом или нет. Его история как-то не вяжется. Да уж да. Но я знаю одно. Я должна выяснить, что именно произошло той ночью ради себя и Гейба. Я буду с тобой, несмотря ни на что. Хоть ты и не чемпионка. Спасибо. Это очень много для меня значит. Мне пора на работу. А что, отгул не дают на похороны, что ли? Должны ждать. Блин, ты же на радио работаешь. Запустил какой-нибудь плейлист из Spotify и пошло-поехало с рекламы, без рекламы. Пофиг вообще. Bye. Пока. Bye. Оставайся. Я знаю, что Гейб звонил в шахту. Неужели Мак не стал отменять взрыв только ради того, чтобы ему отомстить? В принципе, идеально было бы закончить сейчас. Но давайте походим по квартире, потому что было сохранение, чтобы точно мы ничего не пропустили. Давайте приберемся хоть в квартире. Оленчик. Чтобы квартира-то чистенькая была, красивая, хорошая, ухоженная. Ну, видишь, я могу быть человеком. Ну да, не разбрасывай носки по квартире, ты уже человек, все. Так, а Шушу? Давай. Hey, Shushu. Привет, Шушу. Спасибо, что осталась со мной. Давайте одеться. Хотя мы, наверное, спать собрались, но давайте приоденемся, что мы. А, это... Это, я думаю, чисто оденемся во что-то такое. Ну это что-то какой-то флаг мандариновский. Пусть будет... Черный, ладно. Ну, логично. Пусть будет обычный черный. У нас траур, как-никак. Что у нас в сумке? Такое ощущение, что тот день с Гейбом был миллион лет назад. А ведь еще и недели не прошло. А, ну то есть уже прошло все-таки какое-то время. Посуду уберем. Приберемся, в общем, под конец серии, чтобы квартира у нас сияла. Потом еще. У меня сейчас морда была. Потом помою. Но нет, взяла силу воли в кулак и помыла посуду. Так и надо. Ну вот, начало положено. Одну кружечку одну помыл, все, начало положено, остальное домой в следующий раз. Приз чемпиона по настольному футболу. Гейб и прям очень много значил для Стеф. Одно из самых счастливых моих воспоминаний. Спасибо, Гейб. А, это когда мы с гитарой игрались. Так, я там видел сноуборд. Его, по-моему, не было раньше. Интересно было посмотреть, как Гейб давит пухляк. Или как там говорят сноубордисты? Пухляк? Чем давит? В смысле давит пухляк? Если знаешь, что такое давить пухляк, напиши в комментариях, если это не что-то пошлое, конечно. Хотя можешь писать все, что угодно. Давит пухляк. А, было сохранение, не было, не заметил. Давайте осмотримся, здесь тоже вертушка. Друг мой, лишь ветер знает ответ. Мы можем сесть. Солнце и луна. Зачем смотреть на небо, если можно смотреть на его изображение на стене? Кормушка для птиц. Сегодня птиц нет. У них отгул. Гейб так любил это место. О, еще тут гриль для хот-дога. Значок? Какой значок? Эта штука уже давно тут лежит. Это что, старая группа Стеф? Drugstore Makeup? Неплохое название для группы. Ой, тут и площадка для гольфа есть.
Готов поспорить с Гейбом, даже играть в гольф было весело. А можно? Нет? Правда, такой гольф, наверное, не особо интересно, но, наверное, прикольно, типа, проконтролировать свою силу удара, еще что-нибудь, про точность прокачать, меткость. Давайте сядем на стул, посмотрим на красивый вид. Виды здесь и правда шикарные. Но я боюсь, что если оттуда лавина пойдет, жопа городу. Я думала, здесь я наконец-то начну новую жизнь. Несмотря на все разочарования, я позволила себе в это поверить. Я поверила тебе безоговорочно. Впервые за много лет я позволила себе надеяться. Надеяться по-настоящему. Ты не оттолкнул меня даже после того, как я распсиховался и ударил тебя. Ты сидел там и говорил мне, что со мной все хорошо, что я особенная, что мое место именно здесь. А потом ты погиб, и теперь я не знаю, во что верить, кроме того, что тебя снова нет, а я все еще здесь. Надо разобраться, одна. Надо разобраться с маком. Не уверен, что это, конечно, мак, это было бы слишком явно, никакого интересного поворота сюжета бы не было, но наверняка... А, пойдемте в дом. Нефиг тут сидеть. Тут, конечно, на природе хорошо, но нефиг тут сидеть. Комары покусают. Так чувствую, что меня уже куда-то кто-то в щеку укусил, но, наверное, надеюсь, что показалось. А, может быть, нам надо выйти в записки? Читать. Алекс, завтра в 9 утра я устрою небольшое мероприятие, посвященное твоему брату. Надеюсь тебя увидеть, но настаивать не буду. Смотри по самочувствию. Джет, таверна, черный фонарь. Лучшие встречи за бокалом доброго пива. Алекс, дай знать, если тебе нужны продукты. Я все плачу. Джет, таверна, черный фонарь. Лед в алкоголь на свой страх и риск. Thanks, Джет. Спасибо, Джет. А, Алекс, прими мои соболезнования. Квартира твоя, живи сколько захочешь. Если что, знаешь, где меня найти. А, Джет, таверна, черный фонарь. Не забывайте про чивые, если ничего не осталось, надо было меньше пить. Давайте уйти. Сейчас как раз будет наверняка сохранка. И мы закончим. Вот не могу понять, сохранка это магнитофончик или это книжечка? Книжечка это, наверное, что-то поменялось. Но, наверное, это магнитофончик. Все уже рассосались, трупов вроде нет. А, что-то перевернуто. Значит, была потасовка. Мой дедуктивный мозг подсказывает, что тут была потасовка. Осталось найти следы, Ватсон. И закурить трубку. Ладно. Следы и потасовки мы найдем в следующий раз, в следующей серии. Поэтому сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк. Комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч.